Подписываемся на канал и рядом с красной кнопкой «Подписаться» нажимаем на иконочку будильника, чтобы получать уведомления о вновь выходящих видео на нашем канале. Итак, прямое включение с Америки. У нас сегодня переезд запланированный, который мы почти уже выполнили. Да. Все в полном порядке. Я же не буду стоять, снимать, показывать, как пацаны таскают. Естественно, я участвую, как говорится. Ярослав, что вы скажете? Все прошло достаточно удачно. День отличный, погода отличная, все прекрасно. Шеф здесь, пару нормальных, здравых пацанов подсобили америкосу загрузить вот этот огромный трак. Покажи этот трак. Это его шеф, где он работает с работы. Вот, видите, там трак, компания «Писька Трак Рентал». Все ровно, все клево. Сейчас... Прикольно здесь, вот смотрите, как красиво. Это здесь очень дорогой квартал. Квартал, нифига ты сказал вообще. Это достаточно дорогая эрия. И вот все эти, значит, хаусы стоят просто огромных денег. Короче, где-то миллион долларов, короче, вот так, США. Да. Все в полном порядке. Отжал, короче, картину у шефа. Вообще шикарно. Легенда, ребят. Legend. Короче, продам на eBay за пару тысяч баксов, уверен. Через пару лет она очень Алдовая, короче, стоит. Как... И да. Телек отжал еще у шефа. Плазма. Не, ну это он шутит, конечно. Не шучу, я просто ее не выгружу и все. Пьем водичку. Курим сигаретки. Да, шеф, конечно, нам забашляет за спасибо. Пару сэндвичей и большая кола. Это все, что мне нужно. Да, мы же русские иммигранты, мы работаем за еду. Только за еду. Да. Вот так вот. Все, кто думали, что, короче, Сайон ТС маленькая машина, вон, смотри, какая здоровая. Нет, это корабль, вы что? Это просто, короче, тут... Окей, увидимся на месте, когда доедем, когда разгрузимся. See you. Peace, guys. Так, мы тут разговариваем про Майами. Продолжаем. Все впечатление. Я, короче, ничего фильтровать не буду, скажу. Не фильтруй. Короче, в общем, сложилась так ситуация, что один мой товарищ попросил меня с другом съездить и скинуть просто машину в Майами. Ее надо было в один конец сюда увезти и все. Ну и все, а до этого я в Майами не был. И получилось так, что мы сели и уехали. Приехали в Майами, опустим все эту фигню, короче. И я приехал на этот всеми знаменитый, короче, бич-роуд там, где... Майами-бич. Вот Майами-бич, Палм-бич там. Одни бичи, короче, вся вот эта тема бичевая. Все, значит, залетели мы туда, че кого. Не знаю, в общем, все те люди, которые мне пытались там рассказать о том, как невероятно круто в Майами, как там все красиво, пальмы и ветки и прочее всякое шушеры, короче. Ловить там нечем вообще, это просто каловая какая-то адовая деревня, короче. Сейчас я тут поверну, короче. Одни мексиканцы, одни, как, короче, испаноязычные люди, их просто много. Невероятное количество гомосексуалистов прямо на улицах. Да, кстати, я тоже наслышал. И самое, что интересно, в тот момент, короче, когда я гулял, там есть определенные заведения, которые приглашают вас пройти, ну, отобедать, там... позавтракать, сделать, в общем, любое, что вы там хотите. Оближет с ног до головы, да? Да, и у них, короче, развиваются эти гомосяцкие флаги радужные, короче, что типа это, ну, что как бы это место, оно, ну, для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, короче, вот так скажем, как максимально корректно я сейчас выразил свою мысль. А если просто, то для пид***. Ну, можно и вот, да, так сказать, короче, для этих ребят, для сладеньких. О, шерифы, везде шерифы, все в шерифах. Джипачок прикольно стоит такой. Олдовый сапожник. Окошко откройте, а то не видно. Вообще олдскульный такой. Ям-ям написано. Ну, у него этот. Так, сейчас. Йоло-борт наверху, поэтому. Вот такие вот впечатления про Майами. Короче, потом еще расскажу, что кого. Но вообще, мусорка еще та. Тачки крутые, да, полно всяких невероятных интересных машин. Люди ходят, туристы гуляют, вроде как бы так, как таковая жизнь там есть, и классно. Но мерзко, грязно и пошло. Тьфу нахуй. Потому что мексы. Ебаное говнище. Продолжим потом наш репортаж. Главный вопрос у нас, Ярослав. Да. Расскажите про цены в Майами. На жрачку, например. Нормально, кстати. По-божески. Слишком высокая конкуренция, прям заведение на заведение, каждые 2-3 метра. Солнце светит.
каждые 2-3 метра прям одно место, второе место, третье место, четвертое, пятое. Еда на любой вкус. Качество, конечно, ее просто это отвратительное. И единственное, то, что там охуенно классно они наебывают. В общем, когда мимо заведений проходишь, висят борды, короче, такие, знаешь, special lunch, короче, special breakfast, там типа 19.99, там, короче, всякая такая тема, типа, все классно, зайдешь его, похаваешь. Короче, как просто подтягиваешься туда, такой, говоришь, давайте мне типа lunch special, дают, короче, меню, оно обосранное, буквально там, знаешь, типа хлеб с маслом за 19 баксов, короче. Понятное дело, когда ты уже зашел, сел, вроде как, решил похавать, ну и приходится уже вообще другое покупать. В принципе, тоже недорого, но... наебательством активно вообще называется. Ну вот мне рассказывали просто, приходишь, мол, я хочу хавать. Обычный какой-нибудь тоже, то, что ты привык кушать, заказываешь, оно, да, подороже. Но говорит, что принесли мне там, говорит, вот на 30 секунд, говорит, пожевать. Вообще, да, порции не такие большие, как вот, допустим, в нашей эре. Прям там все очень так ограничено. И что еще? Из плохого парковок нет вообще. Просто ноль. Их нет, нигде не встать. Да, а здесь, смотрите, парковка. Стой, где хочу, делай, что хочу. Да здесь хоть... Да вон там, вон, смотрите, парковка. Это же офигеть, сколько места для парковки. А тут не такой большой квартал, чтобы столько парковок было. Вот такая вот Майама. А вы говорите, круто, Майами Бич. Реально яма, блин. Майама — это яма, короче, ребят. Окей. Okay. Если ты какой-нибудь ведешь похабски развратный образ жизни и у тебя очень много денег, тогда этот город для тебя. Да, там есть все, да, солнце, есть, пляж. Если ты всех цветов радуги, то добро пожаловать. Ой, это точно. Так что увидимся. Еще что-нибудь придумаем, какую-нибудь тему расскажем. Давай. Ярик, всем скажи до свидания. Peace, guys. See you tomorrow. Так, мы приехали. Комар закрытый стоит. Вот мы приехали, вон там Яра идет, моркается. Йоу. Вон там, вон, трак, писка, трак рентал, приехали. Шеф Стив и его желтый трак. Вот такой старач. I'm never was before in a storage place. Looks oh nice. Yeah. Keep clean everything, you know. Storage is always here nice. I was a lot. Hey, shit. I got it. Can you say hi to our Russian friends? We got a video. Hello. Chef Steve. Yeah, we're moving. Yeah. Moving on up. We got a couple places, right? Yeah, I got this one and this one. It's for my YouTube channel, you know. You got a YouTube channel for Russian people. They said, no livestock in here, no growing marijuana, and no making crystal meth. Yeah. Those are the rules. And not a daycare. Those are the rules they told me. You mean about, you talk about owners? That no, place? Here, they say, these are the rules. Okay, we start moving. Закончили мы писка трак рентал. We're done. You wanna close it? Yeah, I wanna put one more thing in there. Это вторая. В два гаража разгрузили целый трак. Ярик уставший, злой. Не хочет общаться. Нет. Уставший и злой, но, сука, весьма довольный собой, я собрался домой. Устал. Заметили, да, разницу? До и после. В общем, мы закончили. Так вот, происходит американский переезд, moving. Окей. Ну все, трак уезжает. Писка, трак, рентал. Вот так вот у нас прошел рабочий день. Пинали говно, ржали, таскали мебель и за 4 часа заработали 150 бачинских на каждого. Да.
За 4 часа. Как вы там хотите это полностью описать? Только что вы описывали так красиво. Это нормально? Жизненно. Все, кто, блядь, пиздят на Америку и все прочее хуйня там гонят, че кого, ебать. Просто 9 тысяч рублей за 4 часа вот сейчас мы сделали. Да, мы заработали в долларах и потратим доллары. Не так уж и много, но и все равно 4 часа. Ну что такое 150 долларов? Для него это 2 недели оплаты за жилье. Easy money. 4 часа потусовался с кентами. Отличная погода, все классно, вообще ровно. Сейчас поеду в ресторанчик, покушаю, опущу китайскую какую-нибудь хуйню или японскую, без разницы. Поржали, сняли пару видео, потаскали мебель, заработали деньги. Кайф. Ну вот такая вот это, американские такие выходные, как бы выходные, 4 часа поработали, у нас сегодня просто выходной. У меня конкретно выходной, у него до 24 февраля ресторан закрыт. Когда начнется сезон, тогда он продолжит работать. Безняк прет. Все, давай, может, увидимся. Йоу.